В поселке 116 продолжается спасательная операция дубового ерика. По озеру продолжает гулять масляное пятно. Нефтепродукты попали в водоем в начале августа. Виновные пока не найдены, но местные жители уверены, это вопрос времени. Все равно народ возбужденный ищет, роет, как говорится, и хочет найти. За это надо бы кому-то ответить бы. Администрация Куйбышевского района и городской департамент благоустройства и экологии помогают в поисках источника экологической аварии. Виновных необходимо установить и привлечь к ответственности. Еще одна задача – спасение некогда чистейшего озера. На помощь городские власти привлекли крупные промышленные предприятия Куйбышевского района. Работы по очистке водоема и берега ведутся ежедневно. Ставят боновые заграждения, специальные ткани, обладающие высокой прочностью, стойкой к воздействию кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов. Это за счет небюджетных средств данная акция была проведена. Значит, она показала эффективность свою. Необходимо будет продолжить данное мероприятие по очистке акватории. Мероприятия будут продолжены. На данный момент осуществляется мониторинг состояния водного объекта. К спасению дубового ерика привлекают и местных жителей. В предстоящие выходные по улицам Восстания и Красный Крыжок пройдет экологическая акция. Хозяину каждого участка выдадут мешки для мусора, чтобы они смогли сами убрать прибрежную полосу у своих участков. В понедельник отходы цивилизации спецавтотранс увезет на городскую свалку. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.